Приветствую вас, вашей семье, на мой взгляд, есть большие проблемы с доверием и у вас лично у вас есть склонность к обвинению себя, то есть вы склонны себя винить, вот, с чем, собственно, и пользуются ваши родные, ну, точнее, ваша жена, я думаю, и ваши кумовья. Вот. Я, правда, не очень понял, для чего вы поссорились с кумовьями по поводу пропажи денег у мамы. Вот. Но, очевидно, это есть проблема с доверием. В первую очередь, доверием себе самому, Виталий. И, во вторую очередь, с доверием, точнее, тем, кто вас задевает. Точнее, задевают обвинения подобного рода со стороны вашей жены. Вот. И, наверное, эти две причины, над которыми, с точки зрения психотерапии, нужно работать. Вот. Потому что вы не сможете нормально разобраться в этой ситуации до тех пор, пока будете переживать вот так. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Мне не кажется, что вы обращаетесь именно к психологам, потому что проблема, наверное, не совсем психологическая, но тут есть проблемы с доверием, и то, что вот вас задевает то, что, ну, то, что из вас делают виноватого. Вот, это, конечно, да, это большая проблема. Также я думаю, что есть некоторая жертвенность в том, что вы все деньги отдаете своей жене, вот, и я не вижу никаких препятствий для того, чтобы вот, в свете тех событий, которые происходят, да, чтобы вы деньгами с теми же самыми распоряжались самостоятельно. Чтобы все деньги были у вас, и вы просто покупали бы все, что нужно сами. Вот. Мне не очень понятна такая ваша стратегия, чтобы вы максимальную сумму отдаете жене. Вот, я вижу в этом какое-то, не знаю, какое-то желание ей угодить, какое-то желание ее удержать, я вижу в этом какую-то неуверенность, может быть, в себе, ну, с вашей стороны, какую-то неуверенность в себе. Вот. Так мне это, по крайней мере, видится. Я не говорю, что я на 100% прав,
Вот, я так не говорю. Не хочу так говорить, потому что я на 100% как раз-таки не знаю, как обстоят дела. Вот, но мне видится история такой. То есть, глобально вопрос можно поставить примерно так. Насколько я свободен в отношениях со своей женой. Насколько я с ней свободен. И свободен ли я вообще. Вот. Если я не свободен, то что мешает моей свободе? То есть, если я не свободен, то почему? Почему я не свободен? Вот. А вот, в принципе, значит, такая история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.